Мы начинаем цикл сюжетов под названием «Новый Казахстан» о достижениях страны за годы независимости в цифрах и фактах. В 2015 году побить рекорд в 1 триллион тенге. Такая цель сегодня стоит перед казахстанской машиностроительной отраслью. Отечественный автопром уже сделал первые и вполне успешные шаги. Kia, Chevrolet, Skoda, Lada. Все это собрано у нас и продано нашим же потребителям. Демократичные цены и на сельхозтехнику, выпущенную на родных просторах. Теперь дело за вертолетами и даже спутниками. Чего еще ждать от отечественного машиностроения, знает моя коллега Жамал Муканова. За последние годы машиностроение стало самой динамично развивающейся отраслью в Казахстане. За годы реализации индустриальной программы объем производства увеличился более чем вдвое – с 300 миллиардов тенге до 853 в 2013. Произошло это за счет открытия и увеличения производства машин, комбайнов, вагонов, компьютеров, электронной и оптической продукции и электрического оборудования. Большинство отечественных авто собирают в Кустанае. АО «Агромаш Холдинг» производит машины марки «Сан-Йонг», «Пежо», а также сельхозтехнику, зерноуборочные комбайны «Исиль КЗС-760», «Исиль КЗС-740» и кормоуборочный комбайн «КСК-600». Продают их по вполне доступным ценам. К примеру, вот такой внедорожник «Сан-Йонг Кирон» стоит в среднем 4 миллиона 700 тысяч тенге. К тому же он достаточно экономичен. Объем двигателя в нем 2,3 литра. Для сравнения, подобный иностранный внедорожник «Митсубиши Паджеро» обойдется в 7,5 миллионов тенге, почти в два раза дороже. Этот кормоуборочный комбайн КСК-600 тоже мало чем уступает зарубежному, разве что в цене. При практически аналогичных технических характеристиках стоит он дешевле. Самый последний проект в регионе – производство автомобилей Toyota. Его реализует ТО «Сарарка Автопром». Планируемый годовой объем на первом этапе около 3000 автомобилей в год. При полной же мощности Toyota Fortuner будет выходить с конвейера каждые 7,5 минут. Цена его от 39 до 44,5 тысяч долларов. Вы наверняка заметили, что больше всего на казахстанских дорогах сейчас автомобили марок Kia, Chevrolet, Skoda и Lada. Эти машины собирают на усть-каменогорском автосборочном гиганте «Азия Авто». Спрос объясняется хорошими ценами. Таким образом, в общей сложности в прошлом году Восточно-Казахстанская, Кустанайская и Алматинская областях собрали 37,5 тысяч легковых автомобилей и около 1000 автобусов. В период с 2008 по 2013 годы объемы производства выросли в 11,5 раз, что в денежном выражении составляет 156,5 миллиардов тенге. В общей структуре импорта страны продукция машиностроения составляет 18,4 миллиарда долларов. И в планах, конечно, увеличить эти цифры. К 2015 году объем машиностроительной продукции должен превысить триллион тенге. Достижению заданной планки должно поспособствовать и развитие производства космических спутников и вертолетов. Последние марки ЕС-145 выпускает столичный завод «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг». Его мощность 10-12 вертолетов в год. Совсем недавно там презентовали новую модель ЕС-645Т2. Это, можно сказать, следующая модификация ЕС-145. Машина отлично подходит для эксплуатации в высокогорье и жарком климате. Она оснащена оптической системой, системой ночного видения, лазерным устройством для измерения расстояний, имеет в арсенале управляемые и неуправляемые ракеты и крупнокалиберный пулемет. Максимальная допустимая скорость вертолета 268 км в час. Дальность полета 663 км. Ну а что касается спутников, в следующем году в Казахстане планируют запустить сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов. Проект реализует Казкосмос совместно с французской компанией. Это будет большой современный завод, в цехах которого отечественные специалисты будут собирать спутники различного назначения, начиная от идеи конструирования космического аппарата до полного цикла испытаний. В будущем предприятие будет ориентироваться на выполнение заказов по отечественным космическим аппаратам различного назначения, а также на международные заказы, например, спутники связи вещания дистанционного зондирования Земли. Можно долго спорить о том, насколько отечественная техника продвинута, на какие авто садится, кустанайскую Тойоту или полностью японскую. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Но, между прочим, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, жители нашей страны отдают большее предпочтение отечественным седанам. И, кстати, самый популярный сейчас «ЗАЗ-Чан», собранный в Кустанае. Каждый выбирает, исходя из возможностей, но если выпускать свою технику такими же темпами будут и дальше, и потребители будут выбирать свое, родное, триллион тенге объема машиностроительной продукции окажется вполне реальной целью.